Так, сейчас идет отработка нормативов, взаимодействие, слаженность заводов, потому что здесь три машины, вот, и как бы завода пытаются между собой взаимодействовать. Что мы сейчас, в общем-то, и снимаем. Вот эти все люди, что орут громко, это вот взаимодействие называется. Значит, что происходит? Это сейчас отработка идет вот чего. Неподготовленная огневая позиция. То есть САУ передвигается где-то, вдруг команда стоп. Вот поле, вот ориентиры, принять позицию, занять позицию и быть в любой момент готовым нанести удар, огонь и так далее. Вот сейчас это и отрабатывается. То есть они ехали по полю, бац, команда стоп. Ребята тут же свернули. То есть они ехали по дороге, тут же свернули в поле. И вот заняли позицию. Если что, можем ударить. Боекомплект есть, но стрелять не дают здесь. 15-10 основная. Вермутан! А вот бусолька. Это одинокий бусолист, он всегда в сторонке. Сейчас проверили связь, как там работает, и пожалуйста, сейчас идут учебные, как бы учебные, как это, ну, не стрельба, а это учебное наведение, так скажем. То есть те определяют цель учебную, разведка в смысле, дает координаты, эти ребята наводятся по рации, не по рации, а по, да, по рации переносной. Наводятся и стреляют. А это вот ребята бегут на построение. Отвести затворную раму в заднее положение. Сейчас главный сепаратист Ватник даст начало об окончании перемирия. Давай. Зеленая ракета. Она получается. Да, надо задавать. Повторить.
давай, 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 давай.